5 уникальных фоток, которые ты раньше никогда не видел. Вот так выглядит магазин карандашей. У этой бабочки прозрачные крылья. Вот так выглядит мех пингвина. Вот так выглядит кусок ледника возрастом 10 тысяч лет. Сколько тебе было лет, когда ты узнал об этом? Многие думали, зачем нужна синяя часть ластика. И также они считали, что для стирания ручки. Но нет, синяя часть ластика нужна для стирания того же карандаша, только на плотной бумаге. На самом деле шнурки нужно завязывать вот так. Возможно, ты это делал неправильно. Самые худшие работы, которые когда-либо существовали. Шахтеры. Шахтеры, они работали в начале 20 века в темных и очень опасных помещениях, в основном с большим риском. Были большие риски обвала, вдыхания угольной пыли и даже взрывов. Средневековый палач, их работа заключалась в том, чтобы исполнять смертные приговоры. Кит впервые увидел пингвина, и вот что произошло дальше. Как-то в одном океанариуме решили устроить прогулку для пингвинов. Их выпустили из их привычных мест обитания. Один пингвин отбился от стаи и с огромным интересом разглядывал других животных и бродил по океанариуму. Чего только стоят кадры, где этот очаровательный пингвиненок разглядывает своих соседей по океанариуму. Эти величественные киты обитают только в северном полушарии нашей планеты, так что в дикой природе эта встреча была бы невозможна. Когда тебе не повезло с едой. Эта женщина купила сэндвич с 50% скидкой, и открыв его, она поняла, в чем подвох. Пластиковая подложка этого торта стала для покупателя полным сюрпризом. А здесь в виде начинки пустая дырка, это вообще неприятно. А эта шаурма в завернутом виде казалась очень большой. А тут наклейка ловко скрывает истинный уровень специй. Плюсы учиться в корейской школе. Если устал, можно спать на уроках. Там не задают домашнего задания, потому что они и так занимаются много. На уроках учителя могут раздать вкусняшки ученикам, чтобы порадовать их. Уроки идут по 30 минут. Лотерея решает, кто выйдет к доске. Очень большой выбор блюд, и вы можете выбирать разную еду, какая вам понравится. Перемена на обед длится 50 минут. Учатся они только по учебникам, тетрадки они не ведут. Интересные факты о Южной Корее. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. В Южной Корее есть парк развлечений, который полностью посвящен туалетам. И приходить сюда можно бесплатно. Корейцы в основном слушают музыку своих исполнителей, а из других исполнителей они слушают только то, что популярно. Самой распространенной корейской фамилией является фамилия Ким. Школьные обеды в разных странах. В мире есть две страны, где школьное питание абсолютно бесплатное. Это Финляндия и Швеция. В Финляндии на завтрак даются снеки и сок, а на обед мясная котлета под соусом, вареный картофель и хлопья с молоком. Продукты, которые мы едим, неправильно. Чокопай. Если чокопай положить в микроволновку и подогреть его 20 секунд, он станет больше и вкуснее. Кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья и другие сухие завтраки быстро перестают быть хрустящими. Это можно легко исправить, если поместить их в духовку на 20-30 секунд. Установка нескольких будильников для пробуждения – вредная привычка для тебя. Многократное повторение циклов засыпания и просыпания приводит к проблеме со сном. У тебя потом может быть бессонница. У тебя может появиться хроническая усталость. Сил не будет хватать на все твои дела. Могут появиться прыщи и мелкие морщинки. Что будет, если есть яблоки каждый день? Ты похудеешь. Улучшится пищеварение. Можешь избавиться от прыщей. У тебя улучшится настроение и станет больше энергии. Твоя фигура станет лучше. Ты точно этого не знал. За 30 лет киндер-сюрприза было продано 30 миллиардов шоколадных яиц. На Земле всего 1% людей с глазами разного цвета. Наш нос всегда находится в поле нашего зрения, но мозг запрограммирован таким образом, чтобы его не замечать. В Азии и Великобритании считается, что черный кот приносит счастье. Эта иллюзия взорвет твой мозг. Все кружки двигаются по одной и той же линии в одинаковом направлении. Но давайте сейчас посмотрим, что произойдет, если добавить больше кружков. А теперь медленно. Сейчас каждый кружок начал двигаться по кругу, но на самом деле они продолжают двигаться по одной и той же линии. Пиши в комментариях, если ты попался на эту иллюзию. Три факта про школу. Норвежским ученикам до 8 класса не ставят оценки. Страны СНГ стоят на первом месте по зубрежке. В Америке, Южной Корее и Китае можно кушать доширак во время урока.